Лучшие чтецы Корана собрались в высокогорном селении Рибча Радинского района. Седьмой республиканский конкурс хафизов собрал более сотни участников. Всего организаторы представили 5 номинаций, самая сложная из которых – знание наизусть всего Корана. Конкурс проходил в 2 этапа – отборочный и финальный. Председателем жюри выступил член Всемирной ассоциации хафизов шейх Ибрагим Азубаджи. Дагестан стремительно развивается. Уровень заучивания и познания Корана здесь очень высок. Уверен, в скором времени выходцы из Дагестана будут занимать первые места в этой области и в других шариатских науках во всем мире. Республика идет по правильному пути. По завершению конкурсной части состоялся маджлис алимов, на котором подвели итоги мероприятия. Победителям-призерам вручили денежные призы и памятные подарки. Призовой фонд составил 1 миллион рублей. В самой престижной номинации «Знание всего Корана наизусть» победителем стал Хасан Хельми Изудинов, воспитанник Центра по заучиванию Корана имени Мухаммада Хафиза Афанди. 130 тысяч призовой фонд – это самые большие призовые, учитывая то, что здесь идет речь о полном знании Корана. 130 тысяч, 100 тысяч и 80 тысяч. Помимо конкурсантов, денежными призами отметили наставников-победителей, а также отдельных хафизов и числа слабовидящих. На маджлисе организаторы обрадовали гостей мероприятия. Среди присутствующих разыграли 4 путевки в Малахадж Умру. Ашхаду алла илляха илляллах. Конкурс хафизов был посвящен памяти видного общественного деятеля и мецената, выходца из села Ариб Ахматилава Ахматилова, семья которого по сей день оказывает поддержку в проведении богоугодных мероприятий, в том числе в строительстве медресе и мечети. Призовой фонд этого конкурса также профинансировала семья Ахматиловых. Когда появилась идея провести такой конкурс по хифзу, мною, нашей семьей было это предложение с удовольствием поддержано. Почему? Потому что в своей жизни, когда отец был жив, он поддерживал любые предложения, которые к нему приходили, религиозные, что касается строительства мечети, строительства медресе, напечатывал, финансировал печать исламских книг, уранов, других наших богословов, Саида Афанди Кудусиру. Также мы прекрасно понимаем, что это мероприятие сегодня будет полезно для него, получит свое воздаяние. Исходя из этого, конечно же, поддержали это мероприятие. Иншаллах, в дальнейшем тоже будем поддерживать. Хамза Нурмагомедов, Хаджи Мурад Магаев, Мурат Бикбардов, телеканал ННТ, Ириб, Чарадинский район.